Областной совет надежных отцов провел в Тюмени турнир по мини-футболу. Команды, представляющие 10 школ, определили, чьи семейные узы крепче. Вовлечение отцов в систему воспитания своих детей, в взаимоотношения, так сказать, не только в рамках домашних условий, но и в школе. В составе каждой команды 4 взрослых и 3 ребенка. При этом удары по воротам могли наносить исключительно дети. Сложновато забить гол, потому что ворота маленькие. Вместе с папами нашей школы собрались, небольшой компании, и вот собрали детей, у кого что есть, собрали. Вот тренируемся сейчас, потренировались маленько, сейчас играем в футбол, первую игру выиграли. Будем двигаться дальше. Это событие, когда ребенок может поиграть вместе с папой. И это точно запомнится ему на всю жизнь. И это будет таким кодом, который перейдет и в то время, когда он будет воспитывать своих детей. Очень правильная история.